Для вас 15 ключей и 15 кейсов. Danger Зон. И, короче говоря, я их сегодня буду открывать. Да, у меня ровно 15 ключей и 15 кейсиков. У меня там дальше идут драгонлоры, но это не важно, потому что там дальше ничего нет. То есть видно то, что это по, по новизне. И как бы тут дальше предметов нету. У меня есть здесь 10 драгонлоров. Это аккаунт с драгонлорами. И именно здесь я буду открывать свой open casing на этом аккаунте. Ну, потому что здесь уже были ключики эти с кейсами. Я решил здесь их все-таки открыть, потому что они мне не нужны. Ладно, окей. А, погнали открывать тогда. Это стоит вашего лайка. Так, смотрите. Так, первый ключ идет. Первый ключ. Какой же кейс можно открыть на него? Вот я, я думаю, что мне может выпасть из этого кейса? Uh, думаю, мне выпадет какой-нибудь крутой скинчик, но ну, может быть и нет. Ну, сейчас мы посмотрим. Допустим, я выбираю, ну, третий пусть будет кейсик. Так, ладно. Ой. Ладно, ладно. Нам может выпасть вот какие-то такие скинчики, какие-то, ну, какие-то такие. Uh, я хочу или выбить какой-то ножик, я не знаю, что отсюда можно выпасть, ножик какой-нибудь, или... Калаш или АВП отсюда. Ладно. Давайте... Откроем его. Давайте, откроем. Рыжься. Да. Выпало оксидное пламя, запретная зона. Я не знаю, это или немного поношно, или после полевых испытаний. Хрен знает его. Ладно. Да, немного поношенная. <с> Я-то думал, что выпадет-то. Ну ладно, нормально. Нормально, в принципе, нормально. Можно его добавить. К этим. Так что ладно. <с> Давайте выбираю я пятый кейс, допустим. Пятый кейс. И погнали. Открываем опять его. Давайте. Потыкаю на Азимов. Хочу я Азимов. Хочу Азимов. Я могу его смотреть. Такой вот хочу азимов прям вообще, чтобы топчик был вообще. Опа, давайте, погнали. Открываем кейсик. Второй уже. Да, полная труба. Запретная зона. Это, насколько я знаю, по-моему, это после полевых уже идет. Ну почему? Ну где же ножи? Сейчас. Да, это после полевых испытаний. Круто. Найс, nice. Откроем Дальше ключик. Так, э, сейчас я выбираю ключик, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Давайте попробую открыть, э, допустим, вот этот тринадцатый кейс. Я, я, не знаю, что из него выпадет, там как вам фигня опять выпадет. Ладно. Надеюсь, это будет что-то прикольное. Погнали. Тринадцатый кейс, ну, точнее, третий кейс я открываю. Погнали. Итак, это М4, А4, Магний. По-моему, после полевых. Я не знаю. По-моему, это после полевых качества. Может быть, я ошибаюсь, это немного поношенное. Сейчас посмотрим. А, нет, закаленная в боях. Ну, прикольно, да. Nice. Так, ладно, открываем еще ключик. Э, пусть это будет, допустим, ну просто на рандом какой-нибудь нажму вот этот вот. Ой, блин, ладно. Должно мне сегодня повести э, хотя бы, ну, хотя бы что-то. Должен я забрать сегодня отсюда. Давай-ка. Заберем отсюда что-нибудь. Четвертый кейсик пошел. Открываю. Неужели это новогорелое горелое дерево? Да ладно, конечно, 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 конечно. Качество немного поношенное я ставлю или после полевых, но не ниже, потому что вот сами видите, оно никак не может быть не ни поношенное никакое. Это немного поношенное. Я, я ставлю за немного поношенное. После полевых испытаний, ну чуть-чуть, ладно, чуть-чуть, ладно. Не угадал, ладно, ставим за обе команды. Окей. Okay. Так, что у нас дальше идет? Дальше у нас идет дальше кейсик. Давайте рандомный клиш просто откроем. Давайте вот этот вот. Допустим, а, пусть будет три. Ну, допустим, давайте третий кейс отсюда будет. Раз, два, три. Три. Ну хотя, ну, я не знаю. Давайте третий кейс, потому что от первого кейса не получается. Это не из-за этого. Я могу отсюда взять. Раз, два, три. Допустим, отсюда выберу. А то вдруг что-нибудь подумайте. Отсюда я тоже беру. Раз, два, три, допустим. Третий кейс. То есть я даже не думаю. Так, а то вдруг что-то будет, ладно. А из него нам выпадает что? О, что же мне выпало? Что же мне выпало? Блин! Охренеть! Итак, выпадает нам опять М4А4 Магний. Охренеть! И это, походу, это, наверное, то же самое, закаленное в боях. Закаленное в боях? Найс. Nice. А че? И это закаленное в боях. Но чем они отличаются, смотрите. Так 0,75 цифра. И 250 паттерн. А здесь 84 флот. И 776 ПТР. О, я вспоминаю 776. Это типа мой керамбит на основе. Ну, в общем, насколько я знаю, этот у нас покруче будет. Но я все же поставлю, ну, на этот пока что. Ладно. Окей, откроем следующий кейсик. Давайте пусть это будет, допустим, третий. сюда. И давайте опять кейс будет третьим. Так. Раз, два, три, погнали. One, time, да, the... да ладно. Наваха Сажа, охренеть. Да уж. Ну, как бы я и не так рад, как, например, Калашу бы я был рад, но все же, ребят, это Наваха Сажа. Я не думаю, что она там эм, немного поношенная, я думаю, она после полевых все-таки, потому что здесь и Хотя, хрен его знает, я не знаю. Нет, а, и, Ну, короче, она или не, немного поношенная, или еще какая-то, но. Ну, думаю, она нормально такие выглядит вообще. Не знаю, сколько она стоит. Наверное. Я, я не знаю, сколько ее можно продать. Да, ну, допустим, я ей даю, допустим, оценку. Вот как. Я как эксперт скинов. Эксперт скинов. Я вам сейчас расскажу, как можно узнать его цену. Смотрим на флот. Флот у него 0, 0, 7, 0, 0, 4, 1, 9, 9, 9. Блин, ну сложно сказать, сколько он стоит. Реально сложно сказать, сколько он стоит. Но думаю, 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 тысяч шесть он стоит примерно. Ну, потому что обычный Наваха, насколько я знаю, обычная наваха стоит она 5 тысяч Если она немного поношенная. А она. Немного поношенная. Она немного поношенная. Значит, она, значит, она стоит 5 косарей, допустим. Значит, э, такого качества, как вот это вот Она, допустим, стоит 6 косарей. Как-то так. Ну, может, я немного ошибаюсь. Сценой. Но главное, она немного поношная. Я ее определил, то, что она немного поношная. Мы ее ставим за две команды, потому что хоть что-то выбили. Ладно. Погнали дальше. Откроем следующий ключик. И нам отсюда, наверное, что-то крутое, наверное, выпадет все-таки. Давайте. Думаю, если мне уже ножик упал, то значит, мне выпадет что-то еще. Крутое. Это седьмой кейсик. Погнали открывать. Да, да, да. Конечно, конечно, джекпот, ребята. Статрек АВП Неонуар, да ладно. Просто охренеть. Ну, конечно, круто. Да охренеть. Серьезно? Даже все прорисовано? Не, ну это явно немного поношено. Хотя не, после полевых. Я ставлю то, что это после полевых. Ребята, мне выпал только что стат-трек, а ВП не онуар. Офигеть из этого кейса. Найс, найс, ребята. Флот у него 0-4-4-1. 5-6-1-9-9-7. Ээээ... Да. Я думаю, что это после полевых все-таки. Поношенка, наверное. Поношенка. Угадал, угадал. Да, я угадываю все-таки эти... Как их назвать-то? Флоты. Ладно, поставлю за обе команды. Так, окей. С этим мы вроде разобрались. Окей. Так, у нас еще остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ключей. Ну, считаю, уже семь ключей у нас осталось. Открываем. Пожалуйста, вот если у меня... Вот подряд сейчас выпал нож. Если у меня еще подряд выпал АВП, а не УНУАР, то сейчас мне, наверное, выпадет Калаш Азимов. Вот смотрите. Открываю я кейсик, допустим, такой. И мне сейчас Азимов выпадает. Вот смотрите. 100%. Смотрите. Прям. Э 100%. Смотрите. Итак. Мне выпадает Статрек. Так, 9. Ветеран. Эмм. Блин, ну я, я не знаю, если честно. Если это немного поношенный, то я купил кейс. Если же это другой, другое качество, тогда нет. Я не знаю. Может быть и после полевых. Я не разберу. Хотя очень похоже на немного поношенный, ребят. Не знаю, может я ошибаюсь. Но это статрек. Это статрек. Сейчас посмотрим. Закаленная в боях. А выглядит как немного поношенная. Охренеть. Ну круто, круто. Ладно. Окей. Так, у нас остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кейсов у нас остается. Я пока что за все, что я сделал, я выбил целый ножик. Целый ножик сажу. Я выбил отсюда неонуар уже. И я выбил все, пока что все. Ладно, надеюсь сейчас мне что-то еще выпадет. Я на это не надеюсь просто. Ладно. Так, третий кейсик опять. Так, что же вот я просто хочу вот предугадать, что мне может отсюда выпасть из этого кейсика. Эээ, ну, допустим, отсюда мне может выпасть эээ... Фу ну или фосфор хочу фосфор хороший скин у меня есть уже. Точнее, был. Ты где-то там валяется. Есть фосфор у меня уже. Но фосфор это красивый достаточно такой скин. Вот я, я хочу. Кстати, ребят, есть такой, ну, типа валхак такой. Ну, как он такой? Лайфхак. Короче, вот смотрите. Нажимаете вот так вот. Так вот нажимаете. Uh, и здесь, если так долго сидеть То он может быть выпадет Но я не знаю, надо это проверять Но я бы хотел такой скин Ладно, не буду медлить Погнали, нам еще 6 кейсов открывать Так что давайте, погнали И мне выпадает Что же мне выпадает? Юмп 45 динамика, ладно uh, Немного поношенный не, 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 стойте, стойте, я угадаю. После полевых испытаний. Все. После полевых испытаний. Найс. Nice. Так. Достаточно такой хороший флот. Ну, да ладно. Не стал трек. Жалко. Ладно. Э -э, ставлю его. То есть вот уже какой инвентарь я целый собрал. Открыв всего, сколько я уже кейсов открыл. Осталось 6 кейсов и открываем этот ключик. Берем кейсик, допустим, третий. Так. Что я могу отсюда еще выбрать? Допустим, я уже сказал, что я хочу фосфор. Фосфор хочу. Я хочу фосфор. Я хочу, я уже нажал. Пожалуйста, выдайте мне этот фосфор. Достали уже. Пожалуйста, выдайте мне его. Я хочу его. Давай-ка. Я забираю фосфор отсюда, давайте. Открываю и забираю фосфор. Да ладно. Статрек, Дезерт Игл, Механа Пушка. Да ладно. Немного поношенная. Я оставил на немного поношенную. Охренеть. Охренеть. Она стоит, я не знаю, сколько она сейчас стоит. Не, ну это немного поношенная. Это точно немного поношенная. Офигеть. После полевых. Ладно, ладно, нормально. Для нее нормально. Я думаю, нормально. Для обоих команд, все. Пять ключей остается. Давайте еще откроем. Мы уже собрали целый инвентарь здесь. Так, давайте. Пять кейсов остается. Давайте третий кейсик опять попробуем. Так, и что же мне отсюда выпадет? Вот я думаю, вот отсюда что мне может выпасть? Так, ну допустим, я хочу. Опять же, фосфор этот. Давайте заберем этот фосфор. Откроем кейсик, и у нас выпадает фосфор. Что? Вы надо мной девайтесь? Серьезно? Desert Eagle механопушка опять. Только уже не статрековская. Так, ну она битая. Это. Или немного поношенная, или опять после полевых. Еще одна механопушка, их уже две. Так. Нет, но я думаю, это все же Да, после полевых Хотя, смотрите, у этой э, 18 А у этой 18. Ну только здесь двойка, здесь Здесь восьмерка. То есть Статрек получается даже лучше, чем этот Как-то так Ладно. 4 ключика осталось. Погнали дальше открывать. Ну, я думаю, меня уже ничем не удивишь. Так, ладно. Открываем, и мне выпадает там что-то такое. Интересно, что мне выпадет. Опять механа пушка. Ново горелое дерево. Опять. Это у нас после полевых. После полевых. А это после полевых. Да, не удивлено. но опять проверяем. Ну, короче, 257, пусть будет, ладно. А здесь 332. Ладно. Получается, это даже лучше качеством. Ладно. Что-то гейб под... начал уже повторяться. Ну да ладно. Так, давайте выберем отсюда третий. И отсюда третий. Все, погнали, давайте. О, пожалуйста, выпади мне что-нибудь такое крутое. Крутое. Хочу крутое что-нибудь, реально. Погнали. Фосфор опять попрошу. Вдруг, вдруг сейчас работает и выпадет мне фосфор. Вот реально. Погнали. О, блин. Что? Да ладно. Медвежий нож, кровавая паутина, да ладно, серьезно, да ладно, что, что, что это ж такое? Охренеть! Охренеть, флот! Фл... флот! Охренеть! Кровавая паутина выпала. Что это? Это, это явно немного поношенное. Это явно немного поношенное, потому что у меня несколько было медвежьих ножей. Это немного поношенное. Это немного поношенное, серьезно. Охренеть! Кровавая паутина выпала. Да, это немного поношенным Да, это на них. Два ножа подряд. Наваха. Тоже, кстати, ребят, немного поношенная. И Кровавая паутина, немного поношенная. Кстати, ребят, сколько она интересно стоит? Еще погуглю. Сейчас, 5 секунд. Так. Сейчас. Так. Медвежий нож. Кровавая паутина. 30. Погнали дальше. Все. Просто окупает все кейсы, которые я только что открыл. Просто окупает. Ладно. Погнали дальше. У нас остается два ключика. И эти кейсы не перестают меня удивлять. Потому что два ножика выпало. Два э, механопушки. Две механопушки выпало. Статрек неонуар выпал. Эм, ну, короче, как-то так. Ладно, остается два кейсика. Два ключика. И к этому, наверное, я все-таки выберу первенький кейс. И надеюсь, надеюсь, мне хоть что-то еще выпадет такое прикольное. Но я уже не уверен. Я не уверен, что гейп мне что-то даст. Я просто вот, я, я не уверен, что гейп мне что-то даст. Я думаю, сейчас будет какое-нибудь по 5 новое э, горелое дерево. Или выпадет опять какой-нибудь тег. Вот я думаю, вот я сто процентов думаю, мне не выпадало SG еще ни разу за сегодня, и мне не выпадал ни разу тег. О, а, тег, тег был один раз. Значит, будет тег сейчас. Или тег, или SG. Точно. Потому что остальные не выпадают обычно. Ну, мне выпадало отсюда это, 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 это. Короче, понятно. Я думаю, что это будет тег, но я еще ставлю на SG. Возможно, будет что-то другое. Uh, ладно, погнали Откроем Это точно будет СГ Смотрим Ну я же говорил, я же говорил МП5СД фосфор Я его ждал, я его ждал Я, э, я его даже Звал пять раз По-моему, за сегодняшнее видео И все-таки он мне выпал Да, прикольно Так, Немного поношный Серьезно? А, после полевых. Я думал, немного поношено. Ладно, после полевых, окей. Окей. Ну, думаю, все равно нормально. Сколько он там стоит, не знаю. Пофигу. Ладно, остался последний кейсик. И пока что вот то, что у меня выпало, это фосфор. Ну, пока что кейсы это круто. Кейсы это круто, ребят, реально. Остается последний ключик, и вот серьезно, вот я даже не знаю, что мне оттуда выпадет. Реально, вот просто контент. Что мне из него выпадет? Я просто уже даже не знаю, что мне из него может выпасть. Потому что может выпасть все, что угодно. Выпадают сегодня дорогие почему-то предметы. Но поначалу выпадают дешевенькие предметы. Мне выпадали даже, ну, то, что не окупают. Но в основном мне выпало два ножика. Мне выпало сегодня два дигла После полевых. И, ну, короче... И всех скинов после полевых мне сегодня выпало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь скинов после полевых мне выпало сегодня. Возможно, тоже будет что-то после полевых, не знаю. А, немного, раз. Два. Два немного поношенных. Выпало мне. А. Три. Три немного поношенных. У меня выпало три немного поношенных. Ну и там всяких разных этих. Ладно. Я не знаю, что сейчас выпадет. Просто вот не знаю. Вот просто честно. Вы сами можете чекнуть, ничего внизу просто нету. То, что есть э, здесь, ничего внизу нету. Ничего просто нету. Тут вообще ничего нету. Все, тут, то есть, все, дальше некуда уже. Просто некуда. Ой, ладно, открываем последний кейсик и все. Открываем этот ключик. Я вот хочу, я не знаю, что я хочу. А, я даже сейчас не открываю кейса. Вот, хочу, чтобы мне выпал какой-нибудь... Э, я не знаю, что даже уже <свечес>, сказать. Пу ну, пусть это будет, допустим, э, допустим, Азимов, допустим. Но я не знаю, он, он, мне не выпадет. Хотя, 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 хотя. Возможно, он мне выпадет. Я не знаю. Возможно, вероятно. Вероятно, он мне выпадет. Я не знаю. Сегодня у меня выпало все. Все, что я хотел, все, что я сегодня желал на этот аккаунт, я сегодня получил. Кроме Азимова. Азимова у меня вообще нету. Нигде. Ни на одном аккаунте. Хотелось бы Азимов получить сегодня и забрать его сегодня. Но, 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 но. Возможно, что-то выпадет еще что-то другое. Пока что мне выпадало все здесь, отсюда. То есть я получил и механопушку два раза, и фосфор получил, и а, неонуар получил я, и два ножа получил. И два магния, два... Две новые. тег отсюда. Полная труба забрала я сегодня. Динамику. То есть я отсюда почти все забрал, а всего здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 скинов. У меня было 15 кейсов. Из 15 кейсов я выбил почти что все из этого кейса. Э, вообще просто все оттуда выбил. Все, что вообще можно оттуда выбивать только. Я все оттуда выбил. Сейчас буду думать, что мне выпадет отсюда. Просто даже вот не представляю. Вот, э, ребята, просто вот остановить это видео. На паузу. И вот, напишите в комментарии, что вы думаете мне сейчас выпадет. Просто вот комментарии напишите. Вот жду, вот я 5 секунд и начинаю. Раз, два, три, четыре, пять. Ну давайте честно, ребят, честно вот. Э -э, остановите видео и напишите комментарии, что мне может выпасть. Просто так будет нечестно, если вы просто посмотрите, а потом уже напишите. Давайте по-честному. Остановите видео, напишите комментарий. И все, погнали. Открываем кейс. И мне выпадает. Что же мне оттуда выпадает? Итак, из последнего кейса нам, увы, выпадает SG553 близкая опасность. Думаю, это немного поношный, наверное. Немного поношный. Я хочу так. Так. Нет? Наверное, нет. После полевых. Ладно. Окей. Ладно, это тоже я беру. Э -э что у нас в итоге? В итоге. Э -э мне выпало очень крутые скины. Мне выпали. Это... Ну, изначально был глок. Э -э дальше. Ну, я по самым крутым пройдусь пока что. Итак, самый крутой предмет, который мне выпал изначально, это был...

Дальше у нас идет самое крутое, то, что мне выпало. Я думаю, все-таки в эту подборку взять Дигл. Потому что он статрековский. Я беру Дигл, он 0.1826. 6, 0, 0, 7. Ну, думаю, нормально. Ладно, Uh, медвежий нож, кровавая паутина. Вот это вообще самый топовый ножик. Uh, мне он ни разу еще не выпадал. И тут он мне выпадает. Я такой, вау, как круто. Так. И он 0.119494997. Такой вот интересный, странный. Флот у него, ну да ладно, шаблон раскраски 513, достаточно-таки круто, ну да, тут видно то, что это коцики, но все же он выглядит как прямо с завода, думаю, ну, если не считать вот эти вот маленькие коцики, которые вообще, ну, я не знаю, как в игре это все будет показывать, но я думаю, в, в принципе, в принципе, он выглядит как прямо с завода, вот, если так, то это прямо с завода, ребят, честно, вот. Тут маленькие очень коцаки, если честно... Если честно, это не отличить как прямо завода. Вот честно. Ладно. Дальше идет у нас фосфор, который я так долго ждал. Да, это немного, не немного поношный. Это после полевых. И у него 0.1, 5, 7, 8, 9, 2, 0, 0, 4. 188 паттерн. И достаточно таки нормально. Так, дальше, ну, последнее, наверное, смотреть, рассматривать мы не будем. Э, для того, чтобы выбить эти скины, мне потребовалось целых э, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять драгонлоров на аккаунте. Ну, точнее, я просто их затрейдил сюда на этот аккаунт. Э, и начал открывать кейсы. И именно с этими драгонлорами я вот таким вот волшебным образом смог забрать целых два ножа, которые даже один из них уже окупает все эти кейсы. Это очень даже круто. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки и